Большая вода наступает. Лужи под ногами не добавляют весеннего настроения ни горожанам, ни коммунальщикам. На этой неделе на дорогах областного центра с H2O боролись около 10 единиц спецтехники. 5 вакуумных машин откачивали воду. 2 бригады чистили от снега ливнеприемные колодцы. Над разрезанием ледяных валов работали трактор и погрузчик. В вопросе ликвидации потопления дается приоритет магистральным улицам, на которых осуществляется движение пассажирского транспорта. Также мы ликвидируем потопление в районе муниципальных учреждений образовательных, учреждений здравоохранения, там, где есть необходимость выполнить откачку в районе пешеходных переходов. Чтобы откачать эту лужу, на 4-й деревенской вакуумному автомобилю придется приехать несколько раз. Цистерна вмещает 6 кубов воды. Самым сложным, рассказывают коммунальщики, выдался вторник. С наводнением боролись до глубокого вечера. Это было Кузнецово, дом 133. Это было что-то. Я там вчера с 8 работал и в гараж только приехал в 9 вечера. Вот. Я не знаю, рейсов, наверное, 20 я сделал. По 6 кубов, вот посчитайте, сколько было воды по всему городу. Ну, в основном объем был на Кузнецово 133. Для весенней распутицы у города припасено 10 вакуумных машин. Но, как показывает практика прошлых лет, вполне хватит и 8. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.